Всем привет! Это кавер с Маканом, и сегодня вы увидите. Что, переход, да? Мне, честно, не очень понравилось. А, да ладно. Сейчас я просто... Это не мое. Вот это круто. Вот это прям хочется послушать. Круто! Блин, вот это прям, это топ сегодняшнего выпуска, я думаю. И пусть мои братья... Вот это с первых секунд прям цепляет. Дорогу светит фары с класса 6.3 летит по трассе наш зеленый, общий красный, левый номер, новый паспорт. Он такой взгляд серьезно, да. Смотрит как на хипиша каком-то. У меня просто взгляд такой. My low, родной дом, все это кино. В целом, прикольно, и, ну вот от начала и там до припева, потому что, но припев, он чуть там перефразировал, по-своему сделал, там мелодию чуть поменял. Но мне не так прям сильно понравилось, как могло, но все равно там талантливый парень. Надо развиваться, надо развивать там какую-то игру на гитаре и голос, если он там планирует этим дальше заниматься. Не будь таким серьезным в кадре. Ты смотришь прям, у тебя прям можете потом приблизить, у него прям брови такие серьезные, как будто он сейчас разбираться с кем-то будет. Попроще чуть надо просто. Слушай, ну, мне честно не очень понравилось. Но я думаю, что чуть-чуть ему надо просто поработать над собой, там, над каким-то, над голосом, над манерой исполнения и над гитаркой чуть-чуть. И все будет лучше. Пока, я говорю, шестерочка где-то из 10. Спасибо. Я бы себе такую оценку не дал, там, похуже. Ну, я считаю так. Макан, спасибо тебе огромное за эту оценку. На самом деле, я считаю, что я этой оценки даже еще не заслуживаю. Действительно смазывал припев. По поводу выражения лица, ну, у меня, по сути, такое лицо. Поэтому за твои замечания я их принял к сведению. Ну, для меня это полезный фильм. Я не знаю, у меня, короче, все. Я поплыл. Погнали, Рома. Мечтают раскидать долги и улететь в закат на новой Панамере. Да ладно. Сейчас я просто... Просто я думал, это другой исполнитель. Я не ожидал, что это Макар. Очень круто. Но это не мое, не мое, о май лорд. Его что-то прикалывает, мне кажется, в моем образе. Там будет лучше, да? Все это кино, не мое. Бля, ой, нельзя, да? Можно? Кавер, я понимаю, такая штука, знаешь, там, каждому хочется по-своему как-то, кто как слышит песню, но я вот у него, например, мало свою песню вообще узнал. Он прикольно поет и на гитаре играет лучше, чем, например, Дима, но какую-то свою, вот что-то свое прям, то, что я вкладываю в эту песню, я тут не услышал, но поет прикольно, тоже семерочка, восьмерочка спокойно ему прилетает. Это Рома был. МП4. Рома, мне кажется, у тебя получится сделать что-то свое, а не петь каверы, потому что это не похоже просто немножко на то, что... Бля, нет, стой, подожди, вот это сейчас. Мне кажется, что у него получится что-то свое, наоборот, лучше придумать, потому что, ну, или просто у кого-нибудь другого сковерить, скоровировать, блядь. Короче, Рома, спасибо. Да офигеть, это очень приятная оценка, я не ожидал. Мне очень хотелось в какой-то момент, чтобы он посмотрел. И это очень приятно. Мне понравилось, что он, ну, что он искренний, честный парень. Вот он что увидел там именно. Там сначала его приколол мой образ немного, потом, в общем, он понял, что я как-то по-своему исполняю. Вот. Он честно это все рассказал. Мне нравятся такие люди. Спасибо. Очень приятно. Порой каверы покруче оригинала звучат, но не в этот раз. Это Вика. Я чувствую, что я в жюри на голос ее, на кнопку нажимаю. Найти то, что будет с тобой рядом и без денег. Оставить маме дома новую мэрин, дома новую мэрин. Да, я знаю, что ты в теме, знаю, чем горел, во что верю. Во что верил, во что верил. Сталин светит фары с класса, 6.3 летит по трассе. Наш зеленый, общий, красный, левый номер, но это не...
вот, знаешь, она тоже сделала по-своему, но это мне понравилось больше, конечно, чем то, что было. Это было прикольно, это было чуть мимимишно, но прикольно. Я старалась. Прикольно. И у нее это все у нее все как-то слажено. Это конечно, не, там, может, не 10, не на 100%, но у нее слажена гитара, голос, она понимает точно, что она делает, и у нее это хорошо получается. Это была Вика, .mp4. Спасибо. Вика, я бы поставил тебе где-то 8 из 10. На самом деле, слишком по-своему делаешь, прикольно. Продолжаю в том же духе. 8 из 10 — это как бы хорошо очень даже. Я довольна оценкой. Макан, спасибо большое за оценку. Как бы мне очень приятно, потому что, ну, сама звезда, когда оценивает это, я не знаю. Фу. В общем, спасибо. Я рада. Я попала сюда. Спасибо большое. Регина. .mp4. Сереги, и пусть мои братья по-прежнему на мели. Я знаю, счастье где-то рядом, оглянись. И пусть за закатом уплывают корабли. Сереги, сереги. Вот это круто. Вот это прям хочется послушать. Тут, тут и приятная девочка, и приятная картинка, какой-то закат. И поет она круто. И это слышно, что она не там спела, слышно, что они записали это где-то. Пусть дома, пусть это там в каком-то не таком качестве студийном. Но слышно, что они записали и отдельно сняли видео. Попросила друга на улице, записали мы. Было очень много комаров, это было очень сложно записать, но мы сделали это. Вот это 10 из 10, Регина, спасибо тебе большое. Ты прям порадовала. Ура, просто... Звук только чуть-чуть, он, конечно, дребезжит, но это вообще, это настолько пшик, реально очень круто сделано. Регина, занимайся дальше музыкой, у тебя хорошо получается. Если это ты играла на гитаре, то тоже развивай навыки своей балалайчной игры. Балалайчной? Ой, так приятно, на самом деле. Я очень хотела, чтобы он заметил этот кавер. Я очень старалась, правда, прям прочувствовала песню. Я очень люблю эту песню постоянно. Я люблю песни две. Это «Селеви» и «Кино». Спасибо вам большое, что воплотили мою мечту, показали этот кавер звезде. Так, тут два пацана. Ну, погнали, посмотрим, потом скажем. Что там правильный? Парень, так, дай сюда. Знаешь, как играется песня «Селеви» Макан? Да, я знаю. Играешь? «Селеви». Пусть мои братья по-прежнему на мели. Я знаю, счастье где-то рядом, оглянись. И пусть за закатом уплывают корабли. Блин, вот это прям, это топ сегодняшнего выпуска, я думаю. Вот если мы всех из 10 оценивали, то это, пацаны, это прям 20 из 20, это прям очень круто. Мне отвечаю, мне хочется еще раз прям пересмотреть, потому что настолько... И он пел хорошо, и на гитаре у него прям, он, ну, четче всех играл на гитаре. И когда второй залетел еще на пианино, разложил эту мелодию, это вообще, я думаю, вау, прям мне захотелось даже еще раз посмотреть, отвечаю. Вот это прям... 100 из 100, 10 из 10, как угодно. Это лучший кавер, который я увидел. Да, спасибо большое пацанам. Они прям порадовали. Это прям... Вот это топ-1. Так, это промашек. Ну и, короче, как-нибудь под имя надо потом сказать я вам, ребята. Погнали. Вот это с первых секунд прям цепляет. И я видел эту девочку. Она красиво делает каверы, красиво поет. Ну, это приятно прям слушать, чистый такой голос, хорошо звучит, все записано, то есть хорошо. И картинка приятная, то есть она чистая, ну, сам кадр чистый такой, приятно смотреть. Это было прикольно, это было чисто, это было заслуженно, в общем... Да-да-да, обрежешь. Короче, это было чисто, и это заслуживает, я думаю, точно девятки, десятки. Это прям
Хорошо, спасибо ей большое. Я знаю, так, еще раз говорю, эту девочку, она прям круто снимает кавер, и мне кажется, ей пора что-то свое уже попробовать выпустить. Думаю, расселяющий газу, я задохнусь без твоих глаз, но их путь. Так, Антон, но их тут двое. Кто-то из них, кто-то из них не Антон. Я бы с кайфом разложился на МКАДе, только чтобы не доехать до тебя. Я бы посмотрел в глаза правде, такие часы, дворовый стайл. Я бы накидался до потери пульса, только чтобы не дойти до тебя. Скажи, родная, почему так пусто и почему уходит из-под ног земля? Стрелка давно упала за стол, а по кольцу пути назад я так и не нашел. Ты мой веселящий газ, я задохнусь без твоих глаз, ну и пусть. Целуешь последний раз, ну и пусть. Ты мой веселящий, но я выдыхаю грусть. Это может сейчас там какие-то критики скажут, что это непрофессионально, что это там... У них не сочетаются голоса еще, но, блин, это было душевно. Это было душевно, и видно, что они чувствуют песню именно, ну, вот так, как я ее хотел преподнести. Чуть там, может, больше по-дворовому они сделали, чуть больше как-то по-пацански, но все равно это было прикольно. Мне хочется просто пацанам поставить десятку, не потому что они как-то бомбово спели, не потому что я просто, потому что вот это прям вот трушно очень выглядит. Как-то так, 10 из 10, Антон и его друг, не знаю, кто у вас кто. Спасибо большое. От души, вот правда говорю честно. Макан, если вдруг ты будешь еще раз пересматривать это видео, передаю тебе еще раз привет от моего друга Руслана, который тоже пел со мной, играл на гитаре. Просто эмоции зашкаливают, спасибо. Мы, правда, ну, за вокал особо не парились, но пели от души, спасибо. А за то, что мы спели от души, мы заслужили эту десяточку. Слушай, да у нас хватает и в Инстаграме, и на Ютубе людей, знаешь, у которых четкая аппаратура, поставленный голос, а вот трушности такой, мне кажется, как раз пацанской у нас не хватает. И я в том числе стараюсь ее как-то принести туда. Спасибо большое. В общем, мне надо выбрать лучший кавер, и его я добавлю в свою историю, это будет как такой небольшой бонус, такая приятная штука, возможно, может неприятная, не знаю. И, в общем, для меня 100% первое место это Раиль Арсланов и еще один тип, который с ним был. Это было прям круто, пацаны, 100% топ-1 из всего, что сегодня было, и вообще из многих каверов, которые я посмотрел за последнее время, это прям пушка, спасибо вам большое, это было круто. Ну что, всем спасибо, всем пока, с вами был Макан, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, какой кавер вам понравился больше всего. Всем удачи, до скорых встреч. Да ёпта! Всем удачи и до скорых встреч!